Сейчас для нашей схемы проведем предварительную настройку наших маршрутизаторов и коммутаторов, чтобы в следующий раз настраивать уже конкретно соединение. Итак, давайте настроим наши маршрутизаторы и коммутаторы. Значит, мы уже настроили, прописали название их, хостнеймы. Вот так вот. А теперь мы давайте настроим все остальное. На всех маршрутизаторах, коммутаторах настройка будет практически одинаковая. Все вы это уже делали. То есть у вас есть шанс вспомнить то, что вы делали. Итак, мы конфигуры терминал делаем. Сначала доступ по Telnet настраиваем. Стандартно 5 линий. Password Cisco. Логин. Теперь доступ на консоль. Нулевое. Password. Логин. Exit. Ну и теперь пароль для рута. Enable Secret Cisco. Service Password Encryption, для того, чтобы у нас в конфиге шифровались пароли. Username Admin. Privilege 1. Secret Cisco. После этого мы настроим доступ по SSH. Мы вначале настроили доступ по Telnet стандартный, рассчитывая, что не на каждом оборудовании Cisco, которое вы имеете, есть поддержка SSH. Но поддержку по Telnet мы уже сделали. Можно ее проапгрейдить до SSH. Для того, чтобы у нас была поддержка по SSH, обязательно нам сделать domain name, обязательно задать доменное имя, потому что по доменному имени, по полному имени хоста, то есть имя хоста и доменное имя, генерится ключ rootdn. Сгенерим ключ и RSA, ну, 2048 зададим. В принципе, достаточно. И теперь line VTI 04 транспорт input SSH. И запишем write mem. Таким образом мы сконфигурили наш коммутатор. Ну и аналогичным образом мы проведем конфигурацию всего остального оборудования. Это у нас не маршрутизатор, а маршрутизирующий коммутатор, то есть коммутатор третьего уровня. Ну и все. Точно так же. Значит, Telnet.
пароль Cisco, консоль. Line консоли 0. Паспорт Cisco. Enable паспорт Cisco. Это рутовый пароль у нас. Криптуем. Юзернейм админ. Privilege 1. Secret Cisco. Ну, я надеюсь, что вы будете задавать разные пароли. IP Domain Name. Сразу не дописывает, потому что у нас есть вот вопрос. Domain, Domain Lookup, Domain Name. Видите, только после N он дописывать будет. Hostel. RUDN. Edu. CryptoKey. Generate RSA. 2048. Ну и теперь включаем SSH line VTI 04. Транспорт input SSH write mem. Ну и таким образом мы должны настроить все наше оборудование, то есть маршрутизатор, маршрутизирующий коммутатор, два коммутатора, и тут коммутатор и маршрутизатор. Я думаю, что повторять мне смысла нету. В методичке расписаны конфиги, которые вы должны сделать, и вы сами все это сделаете.